Приветствую, друзья! Сегодня хочу вам рассказать некоторые правила, которые должны соблюдать при жарке шашлыка. А для этого мы будем сегодня использовать очень простой и очень вкусный рецепт шашлыка. Для этого мы будем использовать шейка свинины, килограмм лука, черный перец, кориандр, кефир и томатная паста. Для начала будем удалять все лишнее от мяса, прожилки и лишний жир. Друзья, вкус шашлыка многое зависит от качества мяса. Друзья, чтобы шашлык жарился одновременно, старайтесь резать одинаковые кубики 3,5-4 сантиметра. Друзья, посолим мясо хорошенько. Сюда будем молоть свежий черный перец и кориандр.
режем наш лук на полукольца. Друзья, лук можно резать крупнее, так как нам из лука только сок нужен. Если не резать его мелко, он потом прилипает к мясу и при жарке горит и издает неприятный запах. Выжимаем хорошенько лук, чтобы из него вышел сок. Друзья, луковый сок очень мягчает мясо. Можно, конечно, через соковыжималку пропустить лук. Можно через мясорубку. Добавляем чуть-чуть томатную пасту, так как томатная паста очень красивый цвет дает мясу при жарке. Добавляем кефир и оставляем на 2 часика мариноваться. Друзья, отправляем мясо в холодное место на часика 2 мариноваться, а мы пойдем на улице этим временем приготовить костер. Для розжига костра ни в коем случае не используйте жидкость для розжига или бензин или другого жидкость, которая издает неприятный запах. Друзья, ни в коем случае не жарьте ни на подготовленном угле. Нужно, пока угли покроются пепельной пленкой, так как вы видите на видео. Еще одно правило. Когда жарьте мясо, капает жир и разгорается огонь, ни в коем случае не тушите огонь водой или, как вы любите, пивом. А можно просто посыпать солью. Друзья, когда насаживаете мясо на шампуры, ни в коем случае не насаживайте слишком плотно. Оставляйте между сочками хотя бы по полсантиметра, чтобы мясо пожарилось равномерно. Еще одно правило, ни в коем случае не ставьте мясо вместе с овощами, потому что овощи доходят к готовности быстрее и их просто они сгорают. Друзья, а какие еще вы знаете правила, пишите в комментариях. Если вам понравился ролик, ставьте лайк или дизлайк и не забудьте подписаться на канал.